Мы пакуем зимние вещи в вакуумный пакет. Пакет у нас размером 60 на 80. В данный момент здесь уже лежит курточка зимняя мужа, объемная. Что я хочу сюда еще положить? Хочу положить свое пальто зимнее. Потом детские куртки, 3 зимних. 3 детских штанов, вот комбезов. И еще свои лыжные штаны, еще одни детские. Ну, посмотрим сейчас, сказать, что все прекрасно влезло. Но я, конечно, потрудилась, попропихивала. Главное, чтобы вот здесь вот кончики максимально заполнить, потому что это место все равно тогда не будет использовано. Вот, ну, еще осталось место. Поэтому хочу еще сюда попробовать вместить демисезонные куртку и пальто. Так, в общем, вместила я 2 куртки, еще детскую дутую жилетку вместила. Вот так выглядит пакет. Вот, до того, как мы из него выкачали еще воздух. Хотела сказать, значит, вес такого пакета получается 8 килограмм. Очень-очень плотно туда все я вместила. Вот, и когда в пакет впихиваем, то очень удобно, когда, ну, как бы не захватываешь рукой, а руку вставляешь пальцы между одеждой и уже одеждой самой проталкиваешь. Таким способом мы и пакетик не порвем, и затолкаем хорошо. Я прям очень хорошо глубоко там позаталкивала штаны, очень удобно было. Вот как мы вытянули воздух. Вот для сравнения еще не заполненный пакет с воздухом. Ну, там он закроется. И пакет без воздуха. Довольно-таки неплохо.